Привет! Сегодня я поделюсь своими впечатлениями об отпаривателе Kitford KT9121. Узнаем о его ключевых функциях и особенностях, а также разберемся, в чем его слабые стороны. Оставайся со мной, будет увлекательно! Отпариватель поразил меня своей компактностью и легкостью. Его вес всего 0,9 килограмма, а размеры вполне скромные. Ширина 200 мм, высота 247 и глубина 117 мм. Особенно удобным оказался длинный сетевой шнур в 1,7 метра, облегчающий использование устройства. Самое главное в этом отпаривателе – мощный поток горячего пара, который не только прекрасно справляется с глажкой вещей, но и дезинфицирует их. Это идеальный вариант для быстрой и эффективной глажки без необходимости раскладывать гладильную доску. Отличный помощник в любой поездке или дома. И не забудь заглянуть в описание под этим видео. Там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который поможет тебе совершить выгодную покупку. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1500 Вт, что обеспечивает высокую эффективность. Интенсивность подачи пара регулируется от 17 до 25 граммов в минуту, а максимальная температура нагрева достигает 120 градусов Цельсия. Поверхность утюжка имеет металлическое покрытие, что позволяет использовать его не только для отпаривания, но и в режиме сухой глажки. Чтобы подать пар, нужно нажать и удерживать нижнюю часть кнопки. Если же хочется непрерывной подачи пара, достаточно сдвинуть фиксатор. Индикатор с подсветкой удобно показывает, когда устройство нагревается. Еще одно примечательное преимущество – это способность пара снимать статический заряд с шерсти домашних животных, что делает его удаление с одежды гораздо проще, особенно с помощью ворсовой насадки. К тому же резервуар для воды емкостью 300 мл съемный и удобен для заполнения благодаря широкому отверстию. Прорезиненная крышка на отверстии гарантирует, что вода не будет вытекать во время использования прибора. Это действительно продуманное устройство, которое привносит удобство и эффективность в процесс глажки. Я внимательно проанализировала отзывы владельцев этого отпаривателя и хочу поделиться с тобой основными преимуществами и недостатками, которые они выделили. Недостатки. Ручка нагревается. Немного тяжелый. Оставляет следы воды. Маленький резервуар. Преимущества. Компактные размеры. Идеально для путешествий. Может использоваться как утюг. Эффективное парение. Удобство в использовании. Хорошо лежит в руке. Привлекательный внешний вид. Достаточная длина шнура. Эти отзывы дают ценное представление о практичности и функциональности устройства, помогая создать полное и объективное впечатление о его возможностях и ограничениях. Вот и подошел к концу мой обзор ручного отпаривателя. Не забывай проверить описание под этим видео. Там тебя ждут ссылки на магазины и скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Твое мнение о модели очень важно для меня, так что не стесняйся оставлять комментарии. И, конечно, если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч и новых интересных обзоров!